Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с вопросом применения пониженных тарифов по страховым взносам IT-организациями. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизиты которого вы видите. В данном письме рассматривалась ситуация, когда организация, занимающаяся деятельностью в области информационных технологий, получала субсидии из бюджета. И возник вопрос, как определять долю доходов в общем размере доходов, которая приходится на деятельность в области информационных технологий. Рассматривая данный вопрос, Минфин указывает на то, что при определении общего размера доходов организации необходимо включать доходы как от реализации товаров, работ и услуг, так и внереализационные доходы. В этой связи Минфин указывает на то, что доходы в виде субсидий, они включаются в общую сумму доходов организаций. Но при этом доходы в виде субсидий, они не учитываются в сумме доходов, которая рассматривается в качестве доходов от деятельности в области информационных технологий. Таким образом, организациям, которые получают субсидии из бюджета и занимаются деятельностью в области информационных технологий, им необходимо принять во внимание данное разъяснение Минфина. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.